Сегодня мы со Светой будем тестировать бобы Берти Босс. Кстати, это действительно бобы или это конфеты? Ну, в смысле, это конфеты, ну, которые называются мне бобы. Мне кажется, не знаю, я думаю, да, это бобы называют Гарри Поттере. Да, в общем, я купила эти конфеты, наверное, месяца 2-3 назад, когда первый раз была в магазине Гарри Поттера, и я все не знала, с кем мне их попробовать. Потом я поняла, что я буду пробовать их со Светой. Так, да, да, привет. А, блин, почему-то у меня расфокусируется... О, вот. Я поняла, что, да, я нашла фаната Гарри Поттера в прошлом, да, такого же, как я, и мы сейчас будем пробовать. Правда, я не знаю, я включу это в отдельное видео или в видео про наше путешествие и прогулки по Москве. В общем, сейчас буду думать. Окей, ну что? Записывается? Да, записывается. Нормально? Это называется, знаешь, решили пойти в кафе с подружкой, пока, значит, свет так, а я не толстая, типа, так волосы нормально, а нужно стакан сфотографировать, уже там кофе остыл. Так, ну давай пробовать какой-нибудь безопасный вид, а я желтенькая. Не знаю, видно, нет? У меня просто как будто что-то цитрусовое. Я не знаю, что там. У меня как будто... Давай, беленькая, это где у нас... Беленькая... Мне кажется, вот это у тебя было. А, это ушная сера. А почему она такая вкусная? Она такая, у меня что-то желтенькая. А, ну да, у меня написано лимонная какая-то конфетка, вот. Ты знаешь, что коты очень любят ушную серу? То есть, грубо говоря, да, коты вообще как бы они на этом помешаны. Они даже вот просто если к уху человека подойдут, они там нюхают, они что-то чувствуют, у них дико обостренный нюх. Но я не знаю, почему мне нравится ушная сера. Прошу жизнь, не кошка. Я кот, мне все говорят, что это кошка. Да, в общем, желтая была безопасная. Мне понравилось ушная сера. Ты дальше не подглядывай, да, что там дальше. Так, зеленый возьму. Давай, я черненькую. Вот такую. Да, я черненькую, мрамор. Видно, не видно. Что-то черненькое, мне кажется, что-то плохое. Так, нет, это нормально, это что-то типа не мятное. У меня черная какая-то на уль похожа. Зеленое яблоко, green apple, а у тебя что? Черное, вот это, нет. Вот. Типа грязь какая-то. Не сумела. Вообще-то, знаете, да, нет, приятненько. А мне нормально. Блин, я уж на сер нормально зашла. Да, блогеры, когда записывают, обычно водичкой там запивают, потому что... Не, мне норм вообще. Да, я просто, знаешь, как дегустатор, знаешь, чтобы обновить рецепторы. Так, я возьму... Может быть, это ушная сера скорее? Давай обе, да, голубые возьмем. Ну, вообще не голубые, ну, сероватый, какой-то грязно-белый такое. Ну, какой-то тоже привкус такой есть неприятненький, по-моему. Мне кажется, это вот мыло? Это. Мыло, да, мне кажется, что-то есть. Фу! Поем. Где мы еще с тобой бобы Берти Ботс попробовали? Так, зеленый, не помню, ты пробовала? Я пробовала такой темно-зеленый. А, да вот я светло-зеленый попробую. А я возьму малинового цвета. Не понимаю, что это. Это клубничка? Мне кажется, мне яблочная конфетка. Это вишенка. Тебе повезло, так, а зелененькая это... Смотри, грязь, трава, да, видимо? Да. Газон. Просто трава. Ну да, я же говорю, такой, знаешь, что-то яблочный. Вот это светло-зелененькая. Я даже хочу пробовать. Такой, да, просто спокойненький. Я уже знаю, что трава. Просто трава. Газон, в смысле. А не какая-то другая. Ну, что-то такое, да, есть такое травяное. Я, кстати, не сказала, что это трава. Ну, я, кстати, не совсем понимаю, мне как... кажется, больше на яблочко даже похоже. Как создать вот эти конфеты, они... Как именно они выбирают вкус, да? Ну да, что-то зеленое. Блин, у меня эта конфета прилипла к зубу. Очень липучие. Так. Прикольно.
знаешь, что на YouTube сейчас есть соловение? Там иностранцы пробуют русскую еду, или иностранцы пробуют советскую еду. А, мы такое пару лет назад смотрели, да. Mm-hmm. Очень веселились, да. Да, я еще смотрела, там иностранцы смотрят наши песни или фильмы, и их реакция. Я помню реакцию на Лабутена иностранцев. А, это случайно не канал, где итальянцы смотрят на это? Итальянцы. Вот тоже. Итальянцы, да, там у них вообще очень милые каналы. Да-да-да, вот мы их тогда, помню, смотрели просто на стол. Да, я тоже смотрела, но я сейчас не смотрю. Я смотрела, как девушки, кажется, шведки или... В общем, я не помню, откуда. Они вообще не понимали Лабутены. Ну что она вообще делает, зачем она собирается на свидание? Мне запомнилось. Так. Угу, так, давай я... Давай, может быть, по оранжевым вот этим? Давай по оранжевым, да. С крапинкой, да. Хотя, мне кажется, вообще ничего не видно, если честно, как мы показываем. Но, да. Ну, я думаю, да, по словам бы, понятно. Угу. Ну, как будто бы... Ой, какой-то вкус пожир поопротивный. Давай лучше узнать поскорее, что это. Я не хочу это есть. Надо загуглить. Мне кажется, что это лук. Мы сейчас пойдем и будем пахнуть луком. Шикарно. Да, мне кажется, это какая-то другая мерзость. Так, давай-ка посмотрим. Так. Какой-то... Я не встречала, хотя у меня вроде как-то я знаю английский, надеюсь, что я немного знаю английский, да. Потому что нужно быть совсем тупым, чтобы заниматься 2 года с репетитором и я не в зубах. Ага, как это трясется тяжело сейчас. Ну да, я вот тоже вроде знаю английский, но это что-то какое-то... Может, это просто какая-то гадость, которая непереводима? Да вот я думаю, нет, думаю, что-то сейчас найдем. Ну, это лук, вот или гнилой томат. Это роты. Так, подожди, а как они придавали вкус? Они брали чью-то работу? Я даже не знаю. Не, ну это правда было мерзко. Мне, по-моему, чуть не стошнило от этого вкуса. Нет, меня не стошнило. Я просто... Мне казалось, что это гнилой помидор. Но это у меня... Это был... Да, я знала, что там среди конфет должна быть рвота. Но это на работу не... Для меня это не похоже на рвоту. Это похоже именно на... Вот у тебя, знаешь, дегустация. Да, так похоже, неприятненько. Похоже, да, это пришлось даже рот таскать. Нам должно... Давай по одинаковым. Синеньким. Давай по синеньким. Да, по синеньким. Не, ну нам должно сейчас что-то нормальное привести. Или наоборот, может быть, все нормальные были в начале. Так, ну что-то вроде сладенькое. Это типа зубная паста не надо. Аня, это клубника, блубери. О, да, я или говорю... черника. Да, блубери это черник, мне кажется. Черника, да. Да. Это вкусненько. Смотрю. Так, здесь есть чудо какие-то. Чтобы мужу остались. Буду на нем там тестировать. Вот это еще не попробовали. Какой-то сироп. Ты хочешь до конца это делать? Я не хочу. Господи, это что-то напоминает. Это... Фу-фу. Так, я только не пойму, что, где это. Но работа была хуже. Нет, это было самое противное. Я даже не смогла... И вот я, кстати, сдаю. Почти. А это мне не нравится. Так, желтый мы уже пробовали? Так, желтый, да, желтый я пробовала. Они были... Хотя нет, смотри, вот желтенький есть в крапинку. Вот в крапинку вот ты можешь попробовать. Вот красненький не пробовали. Давай бери красненькую, я возьму. Я возьму, например, вот эту вот голубенькую. Голубенькая, да. Это, кстати, немного повреждена. Красненькая. Надеюсь, не, если кровь мне понравится, я люблю гематоген. Я нет. У меня что-то... Это опять мыло? Даже не знаю. Ну что-то такое пряное. Это мыло опять. Блин. Это мыло. У меня красненькое. У меня что-то, по-моему, сладенькое такое, вкусненькое. Но у меня это мыло, правда? Да-да-да. А, у меня вот вишня.
Хочу вот эту вот беленькую с зелеными прожилками. Возможно, я потом об этом пожалею. Белую, они просто белые. Угу. Норм. Норм. Мне кажется, у меня там бак. Или что-то я не знаю, белое, что-то я боюсь. Белое с желтенькой крапинкой там было. Это что, тухлое яйцо? Я вот первое слово, я не очень уверена. Мне кажется, тухлое яйцо. Наверное, да. А у меня что, не понимаю, что это? А что у тебя? У меня белое с такими светло-голубоватыми какими-то крапинками. Вот это вот? Я не нахожу здесь. Может быть, тутти-фрутти? Ну, может быть, если сладенько там. Угу, очень приятно, кстати, я не ошиблась. Свете повезло меньше. Да. Я просто теперь осторожно надкусываю. А не как вначале. Я чисто уже, честно говоря, не хочу. Так, а зеленый не помню, зеленый не пробовали. Пробуй, я сейчас пропускаю один раунд. Я, кстати, когда ходила там в магазине Гарри Поттера, там все достаточно дорогое. Ну, в принципе, понятно, что там магазин тематический. Ну вот самые дешевые это были стаканчики, салфетки с Гарри Поттера, можно на день рождения купить там себе за 100 рублей, там за 200, не помню точно цену. А, но из конфет, ну вот, мне кажется, я заплатила или 800, или 700, то есть в таком районе лягушки за 1000. Ну вот, в общем, 700, 800, 1000, 1200, мне кажется, вот, начиная с этой цены можно что-то такого плана купить. Ну или яблочко. Повезло. А мы такое пробовали? Вот такой крапинку нет, не помню. Так, белая. Пытаюсь посматривать, что там. Белая в коричневую крапинку. Так, надеюсь, это не коричневая, что ли. Ну, какашки, я думаю, там нет. Нормально. Что вкусненько, типа карамель. Маршмеллоу. Я забагажусь. Так, ну вроде все. Что взять, чтобы не ошибиться? Пробовали желтые? Желтый, да. Мне кажется, это что-то вкусненькое было. Давай еще попробуем. Вот, я уже просто подзабыла. Мне кажется, да, лимонная просто. Просто нормально, да. Да, лимонная конфетка. Самая какая-то была рот, мне кажется. И червяк, чек. Да. Вообще, мне интересно, как вот как бы синтезируют такие вкусы в конфетах. Вообще все делают. Вот вопрос, да, это что-то все, ну не знаю, как это. Ну как просто, это... например, конфетам там или к чему-то придают вкус, да? Угу. Что лежит в основе? Да. Беру такую вот коричневую, даже не коричневую, а бурого какого-то цвета. Нет. Это рвота. Это рвота. Нет, рвота это вот это вот. Это тоже. Нет, подожди, что это? У тебя что было? Такое даже не дает, такое бурое, здесь его нету. Или это грязь? А вот, блин, не берите коричневую. Бурого цвета не берите конфету. Оставьте для врага. Угощайся, мне кажется, я больше не хочу. Я тоже, тем более, по-моему, знаешь, ну, судя по всему, осталось протухшее яйцо, давай посмотрим, протухшее яйцо, рвота, и беленькое, это у нас осталось ушная сера, которая тебе понравилась. Отличный набор. Выбрасываем их? Я думаю, можно, может, оставить. Я его люблю. Нет, это все равно весело будет. Оставлю позже. Это уже мучились. Ну я не знаю, я как бы ладно, я возьму их, но я не. Или может быть там уже есть работа. Да, ну все. Это отвратительное ощущение, где конфет на самом деле вот сейчас осталось. Но было прикольно, потому что это была моя мечта небольшая детства. Вот. Что-то прикольное. Да. Не, радует, что все-таки есть какие-то сладенькие конфетки, потому что если. Это не нормально. Я думаю, что вот как бы в качестве подарка, если кому-то дарить, кто вот в восторге от Гарри Поттера, там взрослый, на какую-то вечеринку, прикольно будет вообще. Да. Одному есть эти конфеты, но как-то не очень, мне кажется, сидишь, ешь. То есть они, ну, они обычные, да? Да. Необычные. Но все равно прикольно.
Если бы посидеть и посмеяться, да. Да, посидеть посмеяться. Помыть рот после некоторых конфет. У меня, блин, у меня какое-то такое неприятное ощущение сейчас. Хочется, наверное, купить жвачку. Вы суперленте на походе. Да. Вот, не заживайте. Так, все, будем, наверное, заканчивать. У меня еще остались здесь конфеты для мужа, если он захочет попробовать или не захочет попробовать. Может быть, Света, ты хочешь еще продолжить? А нет, нет, спасибо. Если ты хочешь, хватит. Я могу это... Нет, 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 не хватит, да, не буду обделять мужа. Да, и мы сейчас пойдем в аптекарский огород. Я не знаю, можно ли там снимать, но я думаю, что, наверное, можно. Если можно, и за это не платить, я вам что-то поснимаю. Хотя, конечно, еще, мне кажется, ничего особо не распределилось. Да, мы ждем прежде всего. Да, бабочки. Я ставлю, да, не, ну я ставлю на то, что все-таки там много уже всего, цветочков всяких и прочего. Хорошо, все. А потом у нас какие планы? Потом, получается, детский мир, библиоглобус, книжечки купить, подарочки моему мужу с дочкой. Да, да, хорошо. И может быть пойдем на смотровую площадку детского мира. Да. Да, там вообще как бы недорогая цена. Я помню, когда приезжала Наташа, моя приятельница, год назад мы ходили на эту смотровую площадку, она, кстати, с ребенком была. Ну и нам понравилось, хотя я на площадке уже 3 раза была, прям видишь весь город с высоты. Здорово. Я вот не была там. Надо пойти. Все, тогда мы собираемся и идем, не будем тратить время.